Умерла актриса из скромного обаяния буржуазии Стефан Одран. Французская актриса Стефан Одран скончалась во вторник, 27 марта. Об этом сообщил ее сын, актер Томаш Аброль, передает Latz Roiks. Артистке было 85 лет. Она умерла после болезни. Одран наиболее известна по ролям в фильмах своего бывшего мужа Клода Шаброля. Среди них «Кузены», «Милашки», «Ухажеры», «Око лукавого», «Демаркационная линия» и «Скандал». Стефан Одран также снималась у испанского кинематографиста Луиса Бунюэля. В частности, она исполнила роль в картине «Скромное обаяние буржуазии». Перейти в мою ленту ссылки Потимест символ 233 Пханя Аудран Эляц 30F символ 233 Тицхидец Лаудиц Хаброл Ест Мартела Цроикс 27 марта 2018 Актриса Даниэль Дарья умерла в возрасте 100 лет Лента.ру 19 октября 2017 Умер актер Жанры Шфар Лента.ру 09 октября 2017 Умерла актриса и бывшая жена Гадара Анна Вяземский Лента.ру 05 октября 2017 Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.